На онлайн-конференции выступали самые успешные предприниматели Брянска и гости из Москвы. Ранее брянские бизнесмены уже делились опытом с коллегами в рамках бизнес-нетворкингов Центра «Мой бизнес», прошедших в этом году. Одни из самых полюбившихся тренеров были приглашены уже в онлайн-формат. Директор Центра оказания услуг «Мой бизнес» Павел Баранов напомнил участникам конференции, что Центр ждет всех предпринимателей и желающих ими стать на консультации и обучение. Центр «Мой бизнес» оказывает полный спектр услуг для предпринимателей. И что немаловажно, услуги эти в массе своей бесплатны. Сейчас существенная часть услуг оказывается в онлайн-режиме ввиду пандемии. Но несмотря на коронавирус, центр продолжает оказывать услуги для малого и среднего предпринимательства. При помощи центра «Мой бизнес» в 2020 году тысячи предпринимателей получили различные консультации, прошли обучение. К примеру, те, кто хочет собственное дело только открыть или его совершенствовать. Сотни МСП области участвовали в образовательных программах, подобно той, что происходит у нас с вами сейчас. А десятки получили консультации экспертов по самым разным вопросам ведения бизнеса. И помимо консультаций, также десятки предпринимателей получили разного рода услуги. Например, участвовали в отраслевых выставках, бизнес-миссиях, получили возможность рекламного продвижения собственной продукции. Хочу заметить, большинство этих услуг, подавляющее большинство, было предоставлено абсолютно бесплатно. Хедлайнер онлайн-конференции Владислав Бермуда, ведущий эксперт по кросс-маркетингу, мастер креативного маркетинга, автор книг и один из самых востребованных бизнес-спикеров в России, напомнил брянским предпринимателям, что деньги – это в первую очередь взаимоотношения с людьми. Люди дают деньги людям, а не в абстрактные проекты. Поэтому нельзя недооценивать нетворкинг, посоветовал Бермуда. Возьмем производство спичек. Спички, которые продаются, давайте возьмем длинные спички для вот такие вот, ну, длинные спички. Для кого они продаются? Да, для владельцев каминов. А у кого есть камины? У владельцев дома, скорее всего. А у кого есть дом? Да, скорее всего, это платежеспособная, крутая, успешная аудитория. Впервые в Брянске столь масштабное мероприятие для предпринимателей удалось провести онлайн. За время конференции участие в ней приняли несколько сотен человек. Понимаю основную боль предпринимателей, непосредственно, что им нужно для роста, как им выйти на, ну, то есть как пробить свой потолок такой некий. А также я за последние 6 месяцев уже помогла более 300 предпринимателей найти себе личного помощника. Мне кажется, тоже такая немаленькая цифра. Двери центра «Мой бизнес» открыты для всех предпринимателей и юридических лиц. Александр Новиков, Игорь Винничук. События, Брянск.